Качественные детские кроссовки из Китая, которые не будут дешевыми, но вполне подходят. При этом для дождливой погоды не промокают. Частично, если, конечно, не ходить по супер-супер глубоким лужам. Или в течение, ну там, 5-6 часов под самим дождиком. Прочные, кожаные отчасти, также текстильные, с высокой подошвой. Сидят на ноге, как влитые. Могу советовать брать. Правда, они не являются дешевыми. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Цвета их в основном синий с розовым и белая подошва. Могу советовать брать, так встречаются в разных спортивных магазинах. Всем пока, ждите новое и, конечно, ставьте что-то.